Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Васяке Пасинду Бевача Патитанам Павунебхо Вайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Джатке Патамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пьявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Кату Пудеш Гаурия Патрашва Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштатухам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Вита Тюхам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджи такима пикабоду свадарши, Пурнану рагро сосагро сарамурти, Сарадикамай када кифан курши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта гададхара сивасади гаура бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртаной капитару камала йотакшу Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде джагат приякару Каруна бхутару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктим Ча Муктим Ча Дада Синитам Бхавануруппенна Саданаранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобама Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Ваги Шаджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасасте Хиде Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тат садху манне асура варжа дейхинам,
садасамудвигнадхиям садград хитваттопатам грихамандакупам банамгатахаядхаримасраед татсадуманнехи асурварджадехинам садасамудвигнадхиям садград хитваттопатам грихамандакупам банамгатахаядхаримасраед Гаурия Гоштхипати. Гаурия Гоштхипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: до тех пор, пока мы находимся в связи с Анантадевом, мы будем оставаться спокойными. Гаурия Гоштхипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told, so long as we can get in connection with Anantadeva, we can stay peacefully. Мы будем в умиротворенном состоянии, пока мы в связи с Анантадевом. Когда же мы отсоединимся от лотосных стоп Анантадева? Зависть, эгоизм, нехорошее настроение появится в нашем сердце. Как только мы разъединимся с Анантадевом, мы потеряем покой. Появится много проблем. Поэтому наша Гуру Варга, в особенности Прабхупад, советует нам постоянно оставаться в связи с Анантадевом. Мы не должны отсоединяться от него даже на секунду, потому что нас окружат проблемы и погрузят майю. Ниже и ниже мы будем опускаться. Обусловленная душа постоянно стремится наслаждаться. Обусловленная душа означает частица чит. Она неполноценна сама по себе. Поэтому она склонна стремиться присоединиться к полному, к Бхагавану. Но проблема в том, что эта ее естественная тенденция уводит ее в противоположное направление. Она хочет полного удовлетворения. И откуда она может получить его? В сварупе дживы, то есть в ее природе заложено стремление к полному удовлетворению, к полному умиротворению. Из-за того, что сама по себе дживатма неполноценна, она стремится найти целое. И сможет она получить удовлетворение только тогда, когда она придет в единство с Господом, примет прибежище у Господа. Пчелы собирают мед. Они перелетают с цветочка на цветочек, собирая мед. А мы в негативном смысле этого примера перелетаем, перепрыгиваем с одного чувственного объекта на другой, стремясь удовлетворить свои желания. Но никак не можем удовлетворить их. Никак не можем найти покой, умиротворение. Хирани Кашипу задал вопрос Прахлада Махараджу. He is asking, Pulladma,
Расскажи мне что-нибудь самое выдающееся, чему ты научился за свою учебу в школе. Прохлад подумал, то, чему я учился в школе, материально, потому что преподавали материальные гуру. В действительности, я не готов принять это знание. И он никогда не воспринимал этих демонических гуру как своих наставников. Он думал, они не самосознавшие себя душу. Они обусловлены. Поэтому как они могут быть гуру? Гуру — это тот, кто может даровать мне сознание. А они обладают лишь материальными осознаниями. И Прохлад Махарадж в соответствии с Сиддхантой дал следующий ответ. Жизнь в материальном мире сравнивается с колодцем, который пуст. В этой материальной самсаре, материальном мире мы наслаждаемся, но его нельзя сравнить ни с чем, кроме как с пустым колодцем. Прохлад Махарадж размышлял, в этом мире нет ни одной умиротворенной души. Того, вы знаете хотя бы одного человека, который лишен беспокойств, кто лишен страха. Всегда, всегда за людьми идет страх. То есть имеется в виду, они постоянно чего-то боятся. И Прохлад Махарадж размышлял, материалисты полны без проблем, полны беспокойств, полны переживаний. Для них будет гораздо лучше отправиться в лес и принять прибежище лотосных стоп Шри Хари. Потому что Хари — единственная наша поддержка. Ни деньги, ни дети, ни что бы то ни было еще не является в этом мире нашей поддержкой, потому что Прохлад Махарадж стал отвечать. Прежде всего, он выразил почтение Хираньякашипу. Он не обратился к нему «отец». Он даже не хотел называть его отцом, потому что его настроение было совершенно отличным от настроения Прохлада. Он назвал Хираньякашипу выдающимся среди демонов. Он сказал, что ты лучше среди демонов. Хираньякашипу, слыша это, был очень доволен. Он подумал, мой сын очень разумен, хорошо обучен. Мусульманский царь послал своих
своих солдатов, своих стражников избить Харидаса Такура на 22 базарных площадях. Но Харидас Такур никак не умирал, потому что он обрел полную милость Чайтанья Махапрабху. В конце концов, стражники взмолились ему: «Ты не умираешь, но тогда нас наш царь накажет. Мы бьем тебя, но ты никак не умрешь. У нас будут огромные проблемы из-за этого». «О, правда?» — удивился Харидас. «Вы из-за меня, из-за меня вас накажут? Да, сейчас я умру. Не переживайте». Тогда он явил лилу, как будто бы он стал мертвым. И эти стражники взяли тело и решили выбросить его в Гангу. В соответствии с мусульманскими критериями, Ганга является самым грязным местом. Не подумали, что это будет подобающим наказанием для этой дживатмы. Таков их демонический настрой, характер. Тем не менее, Хирани Кашипу недоумевал. Я назначил учителя ему Шанду и Амарку и послал его в такую гурукулу, где он не мог обучиться Харибхакти. Но откуда же он обучился Харибхакти? Я думаю, что самое лучшее, — ответил Прохлад, — самое лучшее из того, что я узнал в этой школе, самое лучшее, что я узнал, что живому существу лучше всего вырваться из материального мира, из самсары, сконцентрировавшись на лотосных стопах Шри Хари. Несмотря на то, что Прохлад Махарадж жил в Сатья-югу, он дает нам указание на лес Вриндавана. Помимо этого, в Шримад Бхагаватам существует упоминание, вот этот стих. В котором Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «Моя обитель», может иметься в виду храм или что бы то ни было еще, дхама, «моя обитель апракрита», трансцендентна. Эти строки переводятся как «жить саду». Жить саду, гуру и вайшнавами, обсуждая темы, связанные с Бхагаваном. То же самое. Хотел сказать и Брахма. Sanasita sutigatam tanuvan manuvir
Я хочу освободиться от своего ложного эго, от своих ложных усилий в познании гьяны. Все это я хочу выбросить далеко. Я больше не могу полагаться на свой ум. Я больше не хочу зависеть от себя, от своих собственных усилий. Достаточно, хватит с меня. Я потерпел поражение. Я так и не смог познать Бхагавана. Никогда не получится сделать это своими собственными усилиями. Я предаюсь намамти. Нама, то есть это указывает на отречение от ложного эго. Я предлагаю дандават лотосным стопам Бхагавана. И хочу отныне находиться подле саду. Я хочу жить подле них. Они будут воспевать славу Бхагавана, а я буду слушать. Умом, телом и речью я предаюсь лотосным стопам Бхагавана. Если тело предается Бхагавану, а ум нет, это не полноценное предание. Три эти составляющие должны предлагать поклон. Это тогда это и есть настоящий дандават. Итак, Брама молится, что я хочу отныне жить подле стоп вайшнавов, слушать от них о Бхагаване и телом ум и речью предаться Бхагавану. Несмотря на то, что я знаю, что Бхагавана невозможно победить, тем не менее, его можно покорить преданностью. Об этом говорится. Это то, к чему пришел Брама. А Прохлад говорит, что для обусловленных душ будет благоприятно оставить самсару, отправившись в лес и там принять прибежище Бхагавана. Но если материалисты будут размышлять, что вот Прохлад дает наставление идти жить в лес, может, и мне стоит пойти. Почему бы мне не пойти жить в уединении? В действительности это полностью запрещено. Потому что, когда вы отправитесь в лес, с вами пойдет ваш беспокойный ум и ваш разум. С вами пойдет, вы понесете с собой ваше тело, которое наполнено анартхами, ваш ум, наполненный проблемами и материей. Если вы посмотрите на ваш ум, Вишнах Чакравати Пад и другие представители нашей Гуру Варги,
говорят, что наш ум можно сравнить с небом, с небесами. Нельзя прикоснуться к нему, но в то же время он существует. Его нельзя увидеть или почувствовать. Имеется в виду прикоснуться к нему. Если посмотреть на воду под микроскопом, можно увидеть много молекул того, из чего состоит вода, но невооруженным глазом этого не разглядеть. Если посмотреть под микроскопом на воздух, можно увидеть бесчисленное количество пылинок, и ум представляет из себя нечто подобное. Ум, на самом деле, тоже материя. Материальный ум в действительности удерживает внутри себя материю. Такова его природа. Он привлекает, притягивает к себе материальные вещи. Притягивает к себе материю. Идите сюда, идите сюда и оставайтесь здесь. Хотя вы можете сидеть перед алтарем, перед гуру, вайшнавами. Если вы заглянете в ваш ум, вы увидите там много материальных составляющих. Как в небе можно увидеть много звезд и далеких планет. Небо, солнце, луна тоже там. Точно так же на небосклоне вашего ума бесчисленные материальные предметы, вещи. Ум наш полон разветвлений. Часть нашего ума идет в одну сторону, часть ума идет в другую сторону, еще одна часть ума идет полностью противоположную. В термометре ртуть из-за нагревания, когда мы вставляем градусник под мышку, ртуть указывает на температуру нашего тела. Если мы сломаем его, сломаем градусник, и ртуть вытекет, она рассыпется по полу. Если вы захотите ее собрать, она будет выскользать из ваших рук. Вы будете стараться изо всех сил, но невозможно будет удержать ее в руках. То есть ее невозможно собрать после того, как она вытекла, выпала из градусника. И это таков же и наш ум. Наш ум вот точно так же разбегается в разных направлениях. Итак, первое наставление, которое нам дает наша Гуру Варга, необходимо собрать наш беспокойный ум, который в разных частях этого мира может находиться, в Германии, Сан-Франциско, еще где-то. Необходимо собрать его, привести в одно место. И направить его в одном направлении, направить его под руководством Гуру Вайшнавов. Под руководством гуру и вайшнавов. Итак, несмотря на то, что Прохлад Сатья Юги, он никогда не давал наставлений: идите обусловленные души в лес. На самом деле, в этом его наставление есть внутреннее скрытое значение. С нынешней точки зрения действительно кажется, что он отправляет нас в лес. Но если бы это было так, почему же он сам не пошел туда? Он не жил в лесу, в уединении. Он жил среди демонов.
полной силы выносливости, с полной выносливостью он находился среди демонов. Необходимо находиться в обществе гуру вайшнавов и слушать от них рассказы о Кришне, повествование о Кришне. Мы на своем собственном примере знаем, к примеру, Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, когда мы находились, или Шрила Сидхартха Госвами Махарадж, когда находились подле них, никто в присутствии Махараджа, никто не говорил с Махараджем на какие-то материальные темы. Все приходили к Шри Махараджу, многие приходили задавать вопросы, но никто не говорил на материальные темы с ними или перед ними. Никто не говорил с ними о материальных вещах, потому что в их присутствии постоянно продолжается Хари-киртан, и нет ничего помимо него. Если вы скажете что-то материальное, Грам-якатхо, то есть не было возможности говорить что-то материальное перед саду. Когда саду рассказывает Бхагавата-катху, из него исходит поток нектара. Естественным образом, никто не будет разговаривать в это время о каких-то, на какие-то мирские темы, о том, где что, сколько стоит, или что-то подобное. Ежедневно, постоянно, под руководством гуру и вайшнавов, мы должны слушать Харикатху. Должны слушать Харикатху от гуру и вайшнавов. Тогда все проблемы исчезнут. Если мы будем пить нектар Харикатхи, наша бхакти, наша любовь к лотосным стопам Господа разовьется. Еще одно из значений того, что сказал Прохлад, если Дживатма, ты хочешь получить высшее благо, отправляйся во Вриндаван. Потому что в Бхагаватам сказано, что Радхарани говорит Кришне. Когда тот внешне покинул Вриндаван, хотя это только с внешней точки зрения, ведь Кришна никогда не покидает Вриндаван. Нанда-нандана Шри Кришна вечно пребывает там. Он скрывает себя от глаз Бражаваси. Тем не менее, он скрывает для того, чтобы взрастить их чувство разлуки. Тем не менее, он никогда не покидает Вриндаван. И лила действительно существует, что Кришна уходит, но это всего-навсего игра. Иначе такая болезненная разлука не появилась бы в сердцах Браджаваси. Итак, Радхарани говорит Кришне то же самое.
speaking, outside people, they are thinking something. Anir Hidarmo, what is there in heart, they are thinking in mind. But for me, it is not true. My mind and Vrindavan all the same. Люди, мой ум не отличен от Вриндавана. Мой ум и Вриндаван едины. То, что в уме, то и в сердце. И в моем случае это Вриндаван. Читание Махапрабху дает высшее наставление дживатме, живому существу, принять прибежище Вриндавана, поклоняться Югала Кишори Нанда Говинде. Всюду, когда Махапрабху задал вопросы Рай Рамананде после их беседы, или когда Махапрабху шел в Аллахабад и там встретился с одним браманом, Махапрабху также задавал вопрос этому браману и говорил: «Шьям Рупа — Высшая». То есть сам Махапрабху разными способами дает нам наставление. Разными словами дает наставление. Шьяма Эва Парам Рупам. Шьяма Руп, Шьяма Сундар. Это высшая форма Господа. 16 лет от роду, когда он играет с Радхарани. А среди всех святых обителей Матхура Мандала высшая. А среди всех рас браман по имени Рагупати Упадьяя объясняет, что среди всех рас высший является Мадхурия раса. Мадхурия раса является источником остальных рас. И люди в соответствии со своими способностями воспринимают ее. В Мадхурию расу включены все расы. Не каждый может наслаждаться Мадхури расой. Итак, Махапрабху много раз говорил, что для того, чтобы обрести высшее благо, обусловленная душа должна принять Вриндаван как объект поклонения. Не забывайте Гаудия Сиддханту, которая гласит «Арадья Бхагаван». Sri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tattagana.
Абсолютная Сиддханта Вичар Махапрабху заключается в этих строках, в этой шлоке. Их записал Шринат Такур, личный спутник Махапрабху, вечный спутник Махапрабху. Вриндаван — наш объект поклонения, а также Югала Сакхи, Рада Говинда, наши поклоняемые, те, кому мы поклоняемся. Но как же мы должны поклоняться? Каков процесс? Рада Говиндаджи, нужно поклоняться. Под руководством Браджаваси делать это так же, как делают Браджакопи, Браджаваси. Так необходимо поклоняться Дхаме, необходимо поклоняться Радха Говинде. Браджагопи изо всех сил пытаются удовлетворить божественную читу. И это высший способ поклонения. Это то, с чего мы должны брать пример. Шримад Бхагаватам является главным свидетельством этому. У каждой Пураны, к примеру, своя цель, свое предназначение. Пураны, я уверен, не могут содержать никаких ошибок. Тем не менее, если вы почитаете Раджасика Пурану, вы соответствующее вдохновение получите. Если Тамасика Пурану почитаете, подобные желания у вас и возникнут тамасичного характера. Нужно понять конечный результат, то есть конечную цель. Почему Тамасика Пурана говорит тот или иной факт? Потому что люди не находятся на одном уровне. Часть людей находится под управлением Раджагуной, часть людей под влиянием Тамагуны, часть людей под Сатвагуной. И постепенно, если они будут следовать шастре в соответствии со своим уровнем, они смогут развиться. Для тамасичных людей написано «Тамагуна», и Шанкар Бхагаван — главенствующая фигура в них. А в Раджасика Пуране главным является Брахма. Но в конце концов Бхагаван говорит и Брахма, и Шанкар. Это, то есть, в конце концов, если вы следуете поэтапно всем Пуранам, вы приходите к заключению, что Вишну — главная личность, верховная личность Бога. Если вы принесете сюда Раджа, Раджасика Пураны, Тамасика Пураны, я покажу вам, что везде присутствует указание на Кришну. Скрытое, но присутствует. Прахлад Махарадж жил в Сатья-югу. Тем не менее, он уже давал указания о Кришне. Он скрыто говорил о Кришне. В то время, несмотря на то, что в то время Кришна еще не приходил. Oh.
В этом стихе Прахлад Махарадж говорит о Кришне. Но ведь Кришна еще не приходил в это время, во время Прахлада. Напрямую или косвенным образом, при помощи материалистов мы не сможем обрести бхакти. Так или иначе, ни материалисты, ни наши собственные усилия не помогут нам понять Кришну. Грихометхи — люди, которые погружены в самсару, в материальную жизнь. Не сами они, не при помощи таких же, как они, не смогут они, невозможно достичь Кришну, познать Кришну, потому что их органы чувств, не принадлежат им, то есть они не чувствуются их, не повинуются им. Они не управляют своими органами чувств, поэтому они стремятся во все стороны, какие только возможно. Ежедневно они наслаждаются одними и теми же вещами, одни и те же наслаждения. Но все равно они ежедневно думают, каждый раз они думают, что... То есть они испытывают вкус к этим наслаждениям. Одни и те же наслаждения, но вкус не исчезает. Они жуют одно и то же, говорит Прахлад Махарадж. Выплевывают, поднимают и снова пережевывают. И чувствуют, что какой-то сок все-таки выходит. Я привожу в связи с этим один пример. Одна очень голодная собака, которая долго-долго не ела, никто ее не кормил. Она бегала повсюду, пыталась найти еду безуспешно. В конце концов, она нашла сухую кость. Она очень обрадовалась. Подумала, такая удача, наконец-то вкусная еда. У меня есть. Начала жевать. Но это была абсолютно сухая кость, которая была очень старая. Валялась где-то в поле долгое время. Но собака думала, что это очень и очень вкусная кость. Она жевала, жевала ее. Кость была с заострениями, острая, и собака поранила рот, пасть. Поэтому у нее пошла кровь сочилась, а собака думала, какая вкусная кость. Она не могла понять, что ест свою собственную кровь. Опять и опять она кусала эту кость. И то же самое, Прахлад Махарадж говорит, что в жизни грихометх то же самое.
На самом деле, речь идет не только о семейных людях, но и о любом ашраме, потому что если у них есть, если их настроение подобно, то и занимаются они подобным. Если у человека нет жены, это еще не значит, что он лишен порочных настроений. То есть грихамедха можно быть даже в саньяса-ашраме. То есть почему Прахлад Махарадж упоминает о Кришне, это свидетельствует о том, что Кришна существует вечно, присутствует вечно. Итак, я хочу напомнить, что парикраму необходимо совершать под руководством вайшнавов и напомнить об одном случае, который произошел с Шрилой Бхактимадхавой Госвами Махараджем во время Враджа Мандала Парикрама. Мадхава Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж совершали парикраму вместе. Они устанавливали тент, под которым размещались тысячи паломников. Там же в полях они готовили. И я также присутствовал на таких парикрамах. То есть я тоже жил под в открытом поле. Я не останавливался в отелях. Однажды я прошел около 40 километров. Нечего было есть. Я пришел в одно место, там мне посоветовали остановиться в храме. Я пришел в храм и увидел, что там нет ни одной комнаты. Все подумали, что я обычный попрошайка, и то есть не придали мне никакого значения. Я в конце концов лег в уголке, расстелил асану и лег. В 7-8 часов там началось какое-то мероприятие. То ли рядом, то ли прям там. Какой-то спектакль показывали. Вы знаете, как проходят тут спектакли. Очень громко. То есть я спал, и в 50 футах от меня все это происходило. Я спал, и я не мог понять, то ли я так крепко спал, что не обращал внимания. Они так громко, то есть колонки включили, музыка гремела, но я спал, и то есть я настолько устал, что я даже не замечал, что вокруг меня творится. С утра я проснулся, и уже никого не было. То есть никак они меня не побеспокоили. Таким образом, первый шаг, который необходимо предпринять во время парикрамы, нужно вручить все в руки Нитянанды Прабху, вручить все к стопам Нитянанды Прабху. Если же вы что-то для себя оставите, что-то, свободу выбора или что-то для себя, вы не сможете совершить парикраму. Один преданный, я не могу назвать его учеником Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, несмотря что с внешней точки зрения он получил от него Харинама Дикшу. Он как минимум 4 раза пытался совершить парикраму. Это не сказки, вы можете обратиться к одному, к Аватхут Махараджу во Вриндаване.
он вам подтвердит, что вот этот преданный четыре раза пытался совершить Вриндавана парикраму, ничего не получалось. Однажды он поехал, первый раз он поехал во Вриндаван, у него там что-то дизентерия или что-то. Второй раз он поехал, опять чем-то заболел. Третий год уже поехал, его рвать начало, и он все возвращался. И так 4-5 лет у него не получалось совершить парикраму. Но потом Аватхут Махарадж об этом узнал, и он посоветовал этому преданному: иди с Шьямбабой. Я никого не хотел с собой брать, но этот преданный очень просил меня. Я ему объяснил, что если пойдешь со мной, нужно будет следовать строгим правилам. И он согласился, и в конце концов, в тот год он совершил эту парикраму, он смог ее пройти. Что я хочу этим сказать? Если вы по-настоящему хотите, один человек вообще, ему было 90 лет, он 2 года назад умер, тело оставил. Я жил на Говардхане, а этот человек жил на Вриндаване последние 60 лет. То есть, когда я с ним встретился, ему было 78, около 80. Когда я начал жить там, на Говардхане, это был его... то есть я остановился в их матхе, потом он оставил Девананда Гаудиамадх. То есть ему было уже 78 лет, но он ни разу не совершал парикраму. Однажды он обратился ко мне: я хочу совершить парикраму. Я сказал ему: ну вам же уже 80 лет практически, почти 80 лет. В конце концов, мы начали парикраму, мы ее прошли, и я не могу передать словами его состояние, когда мы завершили эту парикраму, как он плакал, как рыдал. Итак, первое, что вы должны сделать на парикраме, это, чтобы совершить парикраму, это предаться лотосным стопам Баладауджи Махараджа. Если вы не сделаете этого, вы столкнетесь с проблемами. Но если вы не можете предаться Баладауджи Махараджа, как минимум вы должны предаться преданному, который является его преданным. Как минимум, вы должны предаться саду, которого послали сюда Нитьянанда Баларам. Если напрямую вы не можете принять их прибежище, тогда вы достигнете успеха. Этому есть достоверные... доказательства. Большая парикрама, и Шрила Бхакти Гамбарати, Госвами Махарадж был там, и Шрила Бхакти Лава Тиртха, Госвами Махарадж. Мадхава Госвами Махарадж был преисполнен энтузиазма. Если сейчас кого-то преданных попросишь, там что-то, какую-то ответственность взять на себя за парикраму, а даже не так, за 3-4 преданных можешь поручиться, то есть взять на себя ответственность вот за 3-4 преданных, но они, как правило, отказываются все, потому что это непросто. А почему? А Мадхава Госвами Махарадж организовал огромнейшие праздники так, чтобы обычные люди могли прийти, принять просад и получить милость. Он все это устраивал легко. Каждый год Бхакти Даита Мадхава Госвами Махарадж устраивал Дхама Парикраму. Огромную. Ставили огромные пандалы, проводили большие программы. Преданные останавливались в этих пандалах, затем все собирали. Разбивали новый лагерь. Я так понимаю, на трактор все загружали. И он перевозил вот эти тенты и все необходимые для лагеря вещи. И
Так вот, на машине все перевозили, а парикрама шла. Однажды в Камьяване, в открытом поле не было воды. В конце концов, приняли решение установить тент там, где был один единственный источник воды, какой-то колодец или колонка, колодец. Нужно было ведрами вычерпывать воду, доставать. Разбили лагерь, установили пандал. Мадхава Госвами Махарадж великий. Приготовили на тысячу людей. Даже браджаваси, местные жители, местные браджаваси из близлежащих деревень пришли принять просад. Парампаджапат Мадхава Госвами Махарадж не был эгоистом. Он всегда рассчитывал просад таким образом, чтобы после того, как все примут, остался просад для браджаваси. И даже во время Навадвипа Падхама Парикрама. Когда на следующий день после Гаура Пурнимы, я сейчас не рассказываю какие-то сказки, я говорю факты так, чтобы расплавить ваши сердца, чтобы вы поняли, что, кто такой саду и что такое дхама, и как совершать парикраму. Мадхава Госвами Махарадж, и у него такое правило было, что после Гаура Пурнимы на следующий день был праздник, фестиваль Джаганатха Мишры. Огромный праздник. Мадхава Госвами Махарадж созывал всех гошей, всех молочников, которые приходили принять просад. Мадхава Госвами Махарадж делал параманию, сладкий рис. Сколько тонн молока. Когда преданные раздавали просад, параманию, сладкий рис раздавали огромными количествами. Сначала кормили преданных, а потом всех остальных. А Парампаджапат Мадхава Госвами Махарадж наблюдал, как, чтобы все остались довольны. Вот это поведение саду. Он внимательно следил. Вот здесь еще положи, здесь, вот дай этому. Настолько полно было его сердце любви. А некоторые, один гош очень жадный, были такие гоши, которые очень жадные, молочники, которые приносили из дома огромные емкости и хотели с собой унести. Они им давали, они выливали в свой горшок и прятали, еще просили. Ну, то есть они деревенские люди, простые. Они могли наесться до... То есть они и тут, и на фестивале наедались до отказа. Еще и с собой умудрялись уносить. Однажды один брамачари очень сильно разгневался. «Ты почему? Почему ты это делаешь? Зачем ты с собой хочешь унести? Тут ешь и все». Это увидел Мадхава Госвами Махарадж. А иначе они бы подрались. И Мадхава Госвами Махарадж обратился к этому брамачари, который не давал просад вот этому гошу, который хотел унести домой. Может быть, он матери своей старой хотел отнести, может, еще кому-то, кто не мог пойти, прийти. Мадхава Госвами Махарадж увидел это издалека и сразу же подошел, спросил этого брамачари, что происходит, что случилось. Махарадж, он тут наелся и еще и домой хочет унести. Мадхава Госвами Махарадж обратился к этому гошу. Нет, он обратился к...
обратился к этому брамачари. Ты сам поел? Да, я поел. Хочешь еще? Нет. Тогда отдай ему, то есть дай ему, сколько он хочет. Может быть, ему нужно кого-то накормить, детей, еще кого-то. И в Браджа-мандале, и в Гора-мандале такие случаи так же происходило. То есть он устраивал такие огромные фестивали. Его сердце было настолько огромно, что могло вместиться, что в его сердце мог найти прибежище весь мир. Итак, как я начал рассказывать, в Камьяване установили пандал, тент, где был один единственный источник воды, один единственный колодец. Там не было ни электричества. Устроили какие-то фонари, зажгли. Один брамачарья, вот вам даже сложно представить, как возможно, чтобы брамачарья так служил. В общем, он весь день совершал парикраму, а затем ночью он обходил, ходил вокруг вот этого тента, вокруг этой области, охраняя покой паломников, потому что могли наброситься шакалы, унести детей. И вот так вот ходил вокруг и... охранял. Однажды, и тогда посреди ночи одна старая женщина, ей было около 80-82 лет, она не могла ни у кого попросить, она никому ничего не говорила, что ей нужна вода. Она пошла сама за водой. Она старая, уже не могла толком видеть, и темно было, света не было. Она полезла в этот колодец, то есть полезла за водой, пошла за водой. Он был на некотором расстоянии от тента. Этот брамачари не понял, что... То есть он, наверное, не увидел ее. В колодце была веревка с привязанным ведром. То есть нужно, как этот процесс происходит, ты опускаешь вниз ведро и достаешь с водой. Эта женщина была стара, не могла толком видеть. Когда она доставала ведро, и уже... То есть колодец был невысоким, примерно до наполовину ее роста. И она тянула, и как-то поскользнулась, и в конце концов упала в колодец. А никто не знал об этом. И женщина уже собралась умирать в колодце. Но между тем, по устройству Бхагавана, этот брамачари тоже захотел попить воды. Он пошел к колодцу, услышал звук, крик, что вот там вот посмотрел, увидел там эту женщину, старую женщину. Тогда все браджаваси сбежались, помогли ей выбраться. Она должна была бы умереть там. 10-15 минут еще она бы захлебнулась там. В конце концов ее достали и сделали искусственное дыхание. Из ее легких вышла вода. И в конце концов она была спасена. На следующее утро Парампуджапат Мадхава Госвами Махарадж и Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, прежде чем начать парикраму. То есть как парикрама шла? Прабхупад на голове нес Гаурангу Махапрабху. И также впоследствии, когда идет парикрама, впереди идет Гауранга Махапрабху. Такого настроения, как поется в баджане.
Wherever Govind Mahaprabhu traveled here and there, we like to travel under the guidance of Gauranga. Мы хотим совершать парикраму под руководством Гауранги Махапрабху, поэтому было такое правило. Когда бы Прабхупад не совершал парикраму, всегда впереди шло божество Гауранги. Какой-нибудь преданный нес его на голове. И также было на парикраме Парампуджапат Мадхава Госвами Махараджа. Впереди всегда шел Гауранга, божество Гауранги. Wherever this parikram party going, with them, I mean, front, Gauranga Mahaprabhu going. So, naturally, in the morning time, they get up and they do all body. Итак, утром все проснулись, приняли омовение. Whatever, they will have to complete. This was the system. I used to start within 4:30 or 5. So, within that period, I complete everything. Я обычно выходил в 4:30, в 5, к этому времени уже все свои утренние обязанности завершал и шел. Еще до арати, в этот день Мадхава Госвами Махарадж дал замечательную харикатху, которую я хочу соединить с тем, что сказал Прахлад Махарадж, связать. Прахлад Махарадж говорил, что в семейной жизни люди совершают самоубийство. Они лезут в слепой колодец самсары, материальной жизни. Он сравнивает материальную жизнь с колодцем, дом с колодцем, привязанности с пустым колодцем. И именно об этом Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж дали замечательную харикатху на эту шлоку. Один из них сказал, допустим, колодец сухой, высох, иссох. Кому он нужен? Кто туда полезет за водой? То есть, если бы этот колодец был сухим, и эта женщина упала бы, эта преданная упала бы в сухой колодец, в иссохший, она не смогла бы выжить. А, даже нет, не так. Никто бы ее не спас, потому что никто не полезет в сухой колодец. Никто не пойдет туда за водой. То есть высохший колодец, значит, заброшенный колодец. По удаче, тут в этом колодце была вода, поэтому Брамачари полез туда за колодцем. И по счастливой случайности он увидел эту женщину там. Тем самым Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Пури Махарадж хотели сказать, что те, кто живут семейной жизнью, но при этом не почитают гуру и вайшнавов, никакой саду не приходит в их дом. Если там живет какой-то, в доме живет какой-то человек, который гневается при виде саду, ни один саду не пойдет в его дом. И такой дом подобен иссохшему, высохшему колодцу. Если там возникают какие-то проблемы, кто поможет их разрешить? Если же какой-то грихастха, семейный человек, почитает гуру вайшнавов, приглашает в свой дом, они могут рассчитывать на помощь вайшнавов. То есть, если саду приходит в дом, то и проблемы решаются. Но если
в дом не приходит саду, его можно сравнить лишь с высохшим колодцем, который полон проблем. Но саду никогда не пойдет в дом, где его не ждут, где его не любят, где к нему негативно относятся. А вот в некоторые дома садят бульдогов, злых собак. И какой саду пойдет в такой дом? То есть даже если он и пойдет, то собака не пустит его туда. Таким образом, вот эти люди, которые садят собак злых на цепь, делают все возможное таким образом, чтобы саду не пришел в их дом. Однажды я начал писать на английском славу, описывать славу Сурья-кунды. И написал то, что я написал, могло произвести впечатление на читающих. И один преданный мне посоветовал обратиться по одному адресу в Калькутте, сказали, что там мне помогут напечатать. Я приехал туда, но этот человек очень нечестиво отнесся, то есть не очень негостеприимно отнесся ко мне. То есть он очень неучтиво поступил со мной. То есть он как-то нагрубил или что-то подобное сделал. И я уехал, но произошло так, что это была какая-то... То есть вот этот человек, который нагрубил, построил какое-то здание. И вот в этот день, когда это все произошло, это здание обрушилось, и там умерло много людей. Сейчас я больше... Ну, мне просто один преданный сказал, что вот этот человек поможет, а этот человек обращался со мной нехорошо. Еще один западный ачарья в нынешнее время захотел оскорбить моего Гуру Махараджа. То есть я думал, то есть где-то 22 года назад произошло вот, то есть оскорбил вот этот вот преданный, оскорбил Шрила Пури Госвами Махараджа или Шрила Пури Махараджа, и 3 года назад он окончательно пал. Стало известно, что он пал. То есть Мадхва Госвами Махарадж заключил, что если в дом приглашают саду, они приходят и разрешают возникающие проблемы, но если люди закрываются от саду, не пускают их в дом, тогда люди там в этом доме просто падают в ад, и никто их уже от этого не спасет. Кто может нас спасти? Саду Гуру и Вайшнавы. И таким образом эти люди лишают себя возможности помощи, чтобы Вайшнавы помогли им. Итак, прежде всего, мы начнем в следующий раз с обсуждения Вриндавана, города Вриндавана, то, что вы сейчас называете непосредственно Вриндаваном, все храмы посетим, а потом... То есть, на самом деле, правило таково, что вначале нужно идти к Батешвар Махадеву, поклониться, попросить разрешение совершить парикраму. Без его разрешения никакая парикрама не будет успешна, потому что Батешвар Махарадж — управляющий всей Мадхурой. Батешвар Махадев управляет всей Мадхурой. Без его разрешения... Без разрешения Батешвара Бабы парикрама успешная не будет.
Падитанам Бхавана Вайшнава.